Как правильно оптимизировать ваши видео до загрузки и после на YouTube, дабы каждый ролик приносил подписчиков и просмотры в пассивном режиме. Многие не используют всех возможностей такого основополагающего инструмента, как SEO-оптимизация на YouTube. Мы же постарались записать для вас данную видеоинструкцию. И пусть она вам поможет в развитии вашего канала. В этом выпуске мы рассмотрим самые важные моменты, связанные с оптимизацией видео для YouTube, которые стоит учитывать перед продвижением. И первым делом это, конечно же, метаданные, это как для обычного сайта, также применимо и для оптимизации видео. Нам необходимо прописать заголовок, использовать основные ключевые слова в заголовке. Повторять ключевые слова, не более вторых раз. Уникализировать заголовок, чтобы немного отличался от конкурентов. Как показывает практика, Google и YouTube лучше учитывают повторение, но нужно все делать в меру, чтобы заголовок не выглядел как спам. Все очень просто. Вбиваем в поиск YouTube ключевое слово. Смотрим, что делают конкуренты. Создаем привлекательное название. Вставляем в него ключевики. Второе. Описание. Оно тоже играет одну из главных ролей. В описании нужно использовать ключевые слова, под которые заточено видео. А именно, оптимально, хотя бы один раз лучше, повторять минимум пару раз в описании видео. Мы кратко описываем, о чем это видео, что оно содержит и почему его нужно посмотреть. Если посмотреть видео, которые попадают и получают хороший трафик, то оптимально пару предложений, лучше пару абзацев с повторением ключевых слов минимум два раза. Важно текст для описания делать уникальным, который не повторяется ни на каком сайте. Сразу подскажем вам, что уникальность текста вы можете проверить на сайте text.ru. Вбиваете туда свое описание, нажимаете «Проверить текст», ждете, и он в автоматическом режиме проверит и покажет вам, сколько воды в тексте, а сколько заспамлено. Не пишите, что зря. Лишь бы заполнить описание хоть какой-то информацией, как это делают многие. И не вставляйте слишком много ссылок. По сути, описание – небольшой текст, который рассказывает о том, про что данный текст и зачем его смотреть. То есть, какая выгода посетителю от его просмотра. Следующий этап в описании – это теги. Мы этот этап вынесли специально в отдельный пункт, чтобы лучше его рассмотреть. Очень-очень много роликов на YouTube, где как только речь идет о тегах, всех толкают на VidIQ, бесплатный ресурс дает мало возможностей пользователям оптимизировать видео. И ты нормально не соберешь нормальную аудиторию и нормальные теги, по которым можно продвигаться в топ. На платную версию VidIQ не каждый пользователь интернета согласен. Возникает вопрос, что делать? Где брать теги, те самые жирные теги, которые как раз скрывает от нас много расхваленный сервис VidIQ. Выход есть. Их просто можно запросить бесплатно у людей, которые на бесплатной основе занимаются сборкой семантического ядра. Заходите в Instagram, в строке поиска пишите данные. Имя пользователя, подписывайтесь на него. В директ, в личных сообщениях пишите адрес своей электронной почты и самое главное тему своего видео. Например, как покрасить забор. И вам на электронную почту пришлют теги, те самые жирные теги к видеопродвижению на YouTube, которые скрыты на VidIQ. Тарифные планы VidIQ вы можете видеть на своих экранах. От 7 до более $100 в месяц за пользование. Ссылки. Ссылка на само видео. В самом описании видео нужно ставить ссылку на само видео. Нужно это, потому что многие социальные сети и сайты тянуть видео к себе на сайт. И если в описании видео будет ссылка на ваш канал, то на него можно будет перейти, а также это в целом хорошо для продвижения видео. Ссылки на сайт. В большинстве случаев видео делается ради каких-то целей, например, видеоурок, инструкция, продающий ролик на посадочную страницу. Важно в описании упомянуть такие ссылки, например, сайт компании, блог компании, страница, где расположено видео. И, конечно же, перед тем, как опубликовать видео, проследите за тем, чтобы стояла галочка в разделе «Встраивание видео». Это тоже немаловажно, чтобы ваше видео распространялось по другим сайтам.